Состояние спустя год после операции в области первого сегмента, вот можно оценить результат. Да. Рецессия в области зуба 12 и 13 устранена 100%. Рецессия десны в области зуба 15 устранена 100%. Рецессия десны в области зуба 14, остаточная рецессия миллиметр. И, конечно, не очень хорошая картина мы видим в области зуба 16. И этот зуб ждет повторная операция через какое-то время, когда пациентка будет готова собраться с духом. Обратите внимание, пожалуйста, это состояние зубов тоже вот через год на стабильность результата, на образование везде нового измененного биотипа, устранение рецессии и создание прикрепленной десны. И в области некоторых зубов она уже начинает кератинизироваться. Картина в полости рта через 2 года после всех вмешательств. От последней операции у нас получается 2 года. Но обратите внимание, что, конечно, изменен в первую очередь биотип, устранены самые неприятные глубокие рецессии. И есть какие-то еще, конечно, нарекания, хотелось бы что-то улучшить, но пока что вот наша стабилизация процесса, то есть здесь все-таки идет речь о зубосохраняющих вмешательствах в первую очередь, потому что само собой, что у пациентки просто стоял вопрос об потере зубов в связи с таким отсутствием и прикрепленной десны, и с отсутствием кортикальной замыкающей пластинки, костной. Здесь очень много было проблем с этим связано, помимо уже каких-то жалоб клинических, там, чувствительности и эстетики и всего остального. Вот эта проблема, она решена на 100%. Более детально можно на этих фотографиях были приближены рассмотреть результаты. Меня эстетически они вполне устраивают, пациентку тоже. И обращу ваше внимание на прекрасный объем кератинизированной десны в области зуба 11, 12, 13. Измерение расстояния десны до режущего края в области зуба 16. Измерение расстояния режущего края до десны в области зуба 15. Измерение расстояния от десны до режущего края в области зуба 14. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 13. Измерение расстояния от режущего края до десны зуб 12. Измерение расстояния в области зуба 11. Слайд 369. Измерение толщины прикрепленной десны в области зуб 13. Общий вид состояния ткани парадонта после одонтопластики в области зуба 15-14. Фиксация результата в области второго сегмента и проведение одонтопластики в области зуба 24. Также фиксация результата еще раз в области первого, второго сегмента. Проведение одонтопластики в области зуба 23-24. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 21. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 22. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 23. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 24. Измерение расстояния от десны до режущего края в области зуба 25. Измерение расстояния в области зуба 26. Фиксация состояния ткани парадонта. Обратите внимание, какой шикарный объем прикрепленный уже кератинизированной десны мы получили. И он абсолютно сопоставим, что аутотрансплантат, что алломатериал. Исходная скрин
КЛКТ до начала всех хирургических вмешательств, ну, конечно, критично, да, то, о чем я с вами говорила, об сохраняющих операциях в этом случае, это все-таки не столько эстетика, сколько зубосохранение. Вот эта верхняя картинка, это скрин КЛКТ, которое было до начала всех вмешательств. И я обращаю ваше внимание, тот же сегмент, те же зубы, обратите, пожалуйста, внимание на это, они все постепенно, на них начинается выражаться замыкательная пластинка вестибулярная, костная. Это нижняя челюсть. Та же ситуация, где у вас кости не доставало даже где-то на 3-4 миллиметра до, то есть такая фенестрация была везде вестибулярной замыкательной пластинки, то есть корни сильно выстояли из дуги. Здесь объем кости изменился, он везде достигает наружного вот этого овоида корня, и в определенных участках уже образовывается кортикальная замыкательная пластинка, которая именно и дает вот этот стабильный результат без рецидивов. Это центральные резцы, это слева до вмешательства, справа после. Обратите внимание, это очень тоненькая полосочка, это и есть кортикальная замыкающая пластинка. Обращу ваше внимание, вот это состояние до, это верхние первые моляры и состояние после. Особенно это хорошо видно во втором сегменте в области зуба 26, в области которого не было никакой кортикальной пластинки. Теперь она визуализируется здесь до границы фактически цементомалевого соединения.